Всем приятной жизни, с вами психиатр, и мы продолжаем играть в Plants vs. Zombies 2. Так, тут что-то Crazy Dave опять взбунтовался. Не знаю, что он хотел. Непонятно. Так, ну давайте попробуем пройти следующий уровень. Ага. Тут нам дали пушечку, сейчас будет такая прикольная мини-игра. Очень веселая. Нужно набрать как можно больше очков. Я, кстати, насколько помню, здесь дают кучу монет, когда ты заканчиваешь уровень. В зависимости от того, сколько очков ты набрал. Вроде как так. Так. Так, ну, норму мы уже выполнили. Давайте побольше соберем, чтобы монеток заработать. Ох ты, 8 компа. Замечательно. Сразу нам кучу очков выдали. Так. Давайте летите все в середину. Эх, только 3. Так, еще 5. 6. Комбо. Мало-то. Ну. Эх ты. Эх, улетели птицы. Последняя птица улетела. Нормально выполнили. Мы набрали в 3 раза больше, чем надо. Дали нам кучу монеток. Ну как кучу? 300? Не так уж и много. Зато дали нам очень хорошее растение. Дракончик. Я его, по-моему, очень много использовал. Так, давайте получим тут еще. Так, следующий уровень, поехали играть. Дальше, по-моему, будет еще один такой же похожий. Так, давайте вот так вот все возьмем. Буду брать то же самое. В принципе, это хороший набор. Так. Давайте пинку воткнем. Так. Подсолнухи. Давайте еще одну мину. Так, давайте начнем ставить первые стенорехи. Буду ставить их там. И, пожалуй, поставлю первого дракона.
На самом деле вот такая вот комбинация защищает сразу все поле. Ну вот от таких слабых зомбиков. Ни один из них не пройдет. Можно еще вот так даже усилить. Чтобы уж наверняка. Так, замечательно. Давайте еще вот так поставим. Специально не ставил здесь дракона, ждал, пока этот убьет. Хотел посмотреть, убьет или нет. Просто помню, что раньше убивал. Так, давайте посадим второй ряд вот так. И начнем я сажать. Начну сажать кукурузу. Одного ряда хватит нам. Так, я, пожалуй, ускорю. Так. Смотрите, как они быстро дохнут. Все-таки драконы — это сила. У них один только минус. Они не это, плохо совместимы. Ну... Не размораживают зомбов. Плохо. Так, давайте посадим последнего дракошу. Так, и все, нам остались только стенорейхи. В принципе, можно уже наблюдать просто. О, дали мне какое-то достижение. С дракончиком. Второй раз уже дают 9 уровень. У них, видимо, какая-то ошибка. Только дают ачивку, сразу дают 9 уровень. Но этот 9 уровень мне дают каждый раз. Так. Ну все, осталось только смотреть. Давайте бусты собирать, монетки. Так. Давайте ускорим процесс, что ли. Так вот. Так, сейчас уже последняя волна, наверное, пойдет. Ну, блин, ну чего вы так медленно? Ползете еле-еле. О, растение. Давайте вот так вот сделаем. Чтобы побыстрее это все происходило. И вот так вот. Так, превосходно. Всех мы победили. Это был тоже очень легкий уровень. Так, дали нам сундучок. Чё в сундучке? Так. Да-да-да. Чё тут уже опять Крейзи Дэй? Хочет нам сказать... Так, давайте еще вот тут получим
прохождении уровней. Так, открыли нам бесконечный режим в пиратах. Но я пока не хочу у него играть. Он не очень интересный. Как по мне. Хотя кому-то, наверное, и нравится. Ну, потом, может быть, сыграю, если нужно будут монетки пофармить. Буду играть в них. Скорее всего. Так, давайте посмотрим, что тут. Опять что-то такое. Непонятное. Так. Ага. О, дали нам вишенку, кстати. Ну, вообще так себе наборчик-то. Могли бы драконов что ли дать. Так, ну давайте сажать. Начнем. Блин, я вот думаю сейчас. Хватит ли ни одного ряда или посадить два подсолнухов. Потому что, боюсь, один ряд кукурузки не хватит. Ой, не один ряд, два ряда кукурузки, это мало будет. Нужно три. Ну да, я думаю, хватит одного ряда. Вполне. Давайте вот этого зомба приморозим чуток. Так, давайте сюда поставим. Давайте вот так вот сажать. Так, внизу идет зомб противный. Так, ну ты этого-то убьешь или как? Так, превосходно. Давайте вот сюда еще посадим. А, солнышек нету, солнышки. Блин, это хрень, чтобы недолго жить. Так, давайте вот так усилим, чтобы там нас все на орех не грызли. Так, а тут, кстати, можно вишенкой все взорвать. О, чабу. Так, ну давайте ускорим. Что-то нам подсолнухи не дают солнышек. Совсем обнаглели, обленились. Так, давайте заканчивать второй ряд кукурузки, пожалуй. Тогда я вот взорву просто их. Так, давайте третий начнем ряд сажать. Так, давайте вот тут вот посадим. В принципе. Дальше вот так вот. Так, там уже на рек погрызли. Сейчас его доедят, я заменю.
Так, замечательно. Так, давайте соберем на вишенку, потому что тут идет куча зомбов, которых нужно взорвать. Так, давайте кукурузу. Кукуруза. Сижу в кукурузе. Сижу, сижу. Урчит что-то в пузе. А я все сижу. Так, ну закончили мы уже все. Все отстройку. Давайте теперь просто наблюдать. Так, дайте я тут взорву. Вот так вот. Быстро и без проблем. Ну, можно вот так вот, в такой ряд отстраивать. Стен орехов, хотя это уже не надо. Так, давайте еще раз взорвем. Так, очень хорошо. Он, он. Так, ну где там последняя волна-то уже? Так, дайте я вот так вот сделаю. Так, дайте-ка забустим, чтобы побыстрее было. И сейчас вишник у нас откудешится и взорвем вот этих зомбиков. Ай, эти выжили. О, зато нам дали монетку и растение. Ну давайте уж убивайте их, а вам. Чтобы били быстрее. Ну, посмотрим. Ой, давай. Давайте еще кукурузу. Ну, блин, долго как. О, вишня созрела. Скорее две вишни созреют, чем эти 5 кукурузок убьют 2 зомбов. Так, дали нам какой-то подарок. Давайте посмотрим, что в нем. Что таит подарок? У нас уже 9000, кстати. Так, тут все нам это. Так, дали нам новый костюм. Ну, фигня, конечно. Лучше бы какой-нибудь тост дали. Или пауэрзап. Или снежки эти. Так, что тут ты нам хочешь сказать? А, йети. Да, теперь появился йети. Но давайте посмотрим, что это за йети уже в следующем выпуске. А этот я тогда на этом и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Психиатр.